щука. Щука была, упала. Опять щука. Ребят, щука, смотрите. Ты что здесь делаешь, щука? Ну какая. Расти дальше. Нам надо живца, а не щуку. Щуку будем ловить потом. Нет никого. Поискать по ручью. Ух, какая! Что за рыба такая? Где мне живца-то брать? Это что такое? Мне такая не надо. Мне надо живец. Надо подмотать, что ли? Да что ты будешь делать? Карась. Карась. Большой для живца, большой. Отпускаем. Да, вроде могу подальше зайти. Блин, проваливаюсь. Ага. Более-менее. Надо хоть их забрать, чем ничего. Три карася. Три карасика. Поменьше надо, конечно. Надо подальше зайти. Так вот. Так, мне надо маленькие карасики или плотвички маленькие. Больших не надо. Это туда, ребят. Вы смотрите, сколько здесь рыбы. Вот это да, и карась, и густерка, и подъязок я вижу. Так, а что взять-то из этих рыб-то? Все какой-то большой, голавлик. Ладно, подождем помельче. А где же маленькие? Я помню, когда-то здесь ловил маленьких. Маленьких рыбок. Щука, ребят, он упала. Вся рыба, офигеть. Хочешь щуку, хочешь головля, хочешь густеру, хочешь карася, даже подъязок был. Вот это да. Подольше надо подождать. Их мишка туда, ему раздоли. Опять щука. Знаете, сколько здесь щук? Щука-то свеженькая, но мелкая. А? И вон улетела. А кого здесь что? Милятнички. Жарко-то как. Там кого-то там накрыл, у меня паук ходуном ходит. Опа! Вот это да, ребят! Кого-то там накрыл. Нет, а кто-то был крупный. Вы поглядите. Карасянтры какие. Красивые. Но цель поймать, ребят, живца. Их! Кто-то был накрытый хороший, потому что паук требехался аж. Наверное, щучку какую-нибудь накрыл. Вот это да, ребят. Вы посмотрите, какие. Вы гляните на него. Я же еле вытаскиваю, как их крокодила здоровых. Ну, нам такой не надо, ребят. Мы за щукой собираемся. Нам надо поймать маленьких карасиков. Или там плотвичек, что-нибудь маленькое. А я не вижу маленьких, я только вижу монстров. Опять. Вот одного можно забрать. Плотвичка. Вот этого мне будет сейчас большовато, не для той щуки. Заберу плотвичку. Ну, вот это нам надо. Тихо, 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 не убегать. Ну что, Миш, как у тебя дела?
Щучку поймала, где она? Вон там, налево. Налево от тебя? Здесь, что ли, где-то? Нет, там, где лодка. Понял, сейчас посмотрю. А есть еще? Не было больше? Нет, у меня вот только что сошла. Сошла? Она прям небольшая была. Вот. Понял, я живцов наловил. Я там и щучек поймал. Вон, сколько плечица вижу. Щучек поймал? Это еще клята, но я их не брал. И караси здоровые. А караси забрал? Не. Мы же с тобой щуку приехали ловить. Ого, Мишка. Щучку поймал, ребят. Шнурка. Как шнурка? Грамм на 500, наверное. Вот. На спиннинг. Пока тут я катался. Привет, друзья. Здесь такое озерцо. Оно вообще небольшое. Вот начинается. Вот здесь. И вот здесь заканчивается. Прямо вот за кустами, буквально еще чуть-чуть. И оно вот с разливом его залило. А глубина здесь, наверное, по колено всего. И здесь вот осталась щучка. Просто приехали попробовать на удочку. Смотрю, хищник гуляет. Говорю, Миша, походу хищник есть. И вот щуклята. Поэтому надо так, если они будут клевать, надо их вылавливать. Потому что пересохнет здесь, все замерзнет. Потому что тут такая глубина по колено. Тут зимой все промерзнет и вся рыба. Вся весенняя рыба. Поэтому, может, щука есть крупная. Как думаешь, есть, Миш, плески? Средний. Ну попробуй на живца половить, друзья. Миша, он на спинке, а я хочу на живца. Он живцов наловил. Так. Возьмем мисс живца. Блин, она вся сопливая. Только не могу открыть крышку. Плесков меньше стало. Блин, оказывается, вот так. Меньше плесков? Mm. И наоборот должна быть. Ну, это ничего не значит, что плесков меньше. Ну да. Вон она опять. Дайте плотвичку. Закрой за рот, наверное. Мне надо так живучий будет. Классно было тащить. Классно, щечку? Угу. Конечно, интересно. Даже маленькая. Так, мне кажется, глубина совсем маленькая. Надо маленькую глубину сделать. Она поверху прыгает рыба, поэтому. Миш, подостой, только если я буду носить маленькую, ты кидай левее. Куда? Пешком отсюда. Не могу закинуть. Ладно, пока так оставлю, потому что здесь тоже хватало. А, карандашики. Нифига себе. Я не знаю, смотри, сам будем забирать. А куда такую? Не знаю. Они, по идее, здесь все равно. Она, видишь, живца не хочет. Она спит. Как озеро называется? Воскресенское? Вот это? А я фиг его знаю. Да оно же как озеро. Оно сейчас есть, а что оно тут? Оно промерзает, мне кажется. Все, наверное. Ну да, оно как больше, как так. По весне, да оно же мелкое совсем. Давай помогу. Хочешь, как мне такая в пальцы крючок впила? Клевка. На дно уволокивала. Только что-то она попробовала и бросила, Миша. Видел? На дно утащил. Ого, притапливает. Мне кажется, она его хватает. Плавок там далеко забросил. На дно утащила, а он стоит под дверь. А что она утащила на одну секунду? Ничего. Даже секунды не прошло. Я это щука, ей надо дать заглотить. Что торопиться? Куда? Да вот щучка попалась на спиннинг. Маленькая. И от две еще одна. Она живца вот не хочет. Вы на удочке, что ли? Вы на удочке? Да-да, я попробовал здесь, что-то не клюнуло. О! Мишка. Клюнула нас. О! Это? Да. О, папа, давай, аккуратно. Да. Ну да, как она, нормально. Ну, он что-то так тяжело идет. Прикольно, да? Все как. А удочку-то щуку улавливать, ребят. Ну средняя такая, как у бабонька. Ну какая она живца-то, ребят. Смотри, один крючок у меня. Мне шансов было стоить. Смотри, как я вытащил, Миш. Нет. Вот, таких нормально. Более-менее. Щучка. Интересно, Миш, на живца-то ловить. Главное, сразу же клюнула. Ника, Миш, тихонько. Не, он там клюнула. Не, даже правее. Ну ладно. Пробую на густерочку. На маленькую. Еще одна небольшая. Да. О, видишь, какая, ну, опять. Какая, ну, пойдет. Толстенькая, да. Она, главное, какая коротенькая. Да, пузатенькая. Я помню, Миш, знаешь, что? Че?
в детстве. Так, нет, так, давай опять нет, не повторяй. Смотри, какой он пузатый, ребят. Не, я помню, в детстве мы ловили вот такие руками. Таких вот. Мы такие счастливые были. Поймать вот такую щучку. Забирали? А запах понюхай. И забирали таких? Еще как забирали. Для меня это было поймать такую щучку. Это было все счастье. Смотрите, какой пузатый. Он что-то уже напоролся там рыбы. Да, и вроде маленькая, а так. Так, надо плоскогубцы. Держи, Миша. Он заглатывает. Сейчас я руки помою. Цеплю. Здесь такие красивые места. Обожаю эти места. Здесь все скошено еще. Луга такие. И озерцо небольшое. Ребята, у меня поклевка. Блин, лески-то сколько спущено. Есть. О, хорошая. Нормально. Ух, повело, ребят. Это да. На удочку. Ну, не хорошая такая вот. Вообще прям небольшая. Но... Да, так как клюет красиво. Да, клювал-то как. И это, и пошла как крупная. Только клюет красиво. Да, ну хорошая. Ну-ка так это. Что решать, я забираю. Что они тут? Я их выловил, так кто-то другой выловит. Ну, да. Заберут, мамки нажарим, она любит таких маленьких. Так, я вот так за спинку. Одним крючком раз, густерочку. Кто падет, тот и есть. И забрасываем. Видишь, у тебя прям в травке, заметила она? Вечером, может, еще лучше заклюет. Хотя и так поклюет пока. Подожди, аккуратней. Вот так вот. Как будто прав, что тут сидит по волоку. Я вправо. Щука, щука, ребят, пора. Наверное, заглотила. Только не врублюсь, она ведет. Их, повело. Нормально, где? Ух. Эх, коряга. Нормально. Эх, ушла. Она вот она. Она вот она. Она прямо в сетке забилась, прикинь. Не, ушла. Ладно, поймаем другую. Ушла, ушла. Ну-ка, крупненькая была. Ну, интересно ловить, интересно. Удовольствие прямо. Вон, видишь, как она кишит, прыгает. Больше килограмм была такая. Надо это цеплять, колебалку. Вот. Где? Хорошая. Давай, 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 давай. Он прямо у тебя перед самым берегом, да? А ты все. По-моему, ты самая крупная у нас с тобой. Нифига себе. Даже, возможно, мой рекорд. Ага. Возможно. На вторую смотри. Нифига себе, да. Я думал, а я не клювача, не клювача.
Так, Мишка, дай я лучше пускай губцы возьму. Схватила нам одного разка. Схватила одного раза. Да какая хорошая. Ну тут ближе к килограмму уже, да, я чувствую? Да. Это до грамм 700, не меньше. Такой толстый. Молодец. Ура. Скидай дальше. Видишь, нет, она подходит. Как? Кидаю. И там уже за мной. Ну, там, 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 видел? Есть хоть что? Я кидаю первый раз. Она погнала за мной. Не хватилось. Прямо догнала. И главное, я знаешь, о чем в шоке? У тебя на блеснул, но покрупнее, чем я на живца. Ну да. Я говорю, перед самым берегом клюнул самое крупное. Да, хорошая. Молодец. Ну дальше пока. У меня тишина, живец хорошо гуляет, а не клюет. Ну что, друзья, вот такая у нас сегодня рыбалка. Вот такие щучки красивые. Самая большая Мишка поймал. Ну и такие. Пойдет жареха, что еще? Нормально. Все, друзья, всем пока, мы поехали. Всем пока. О, Мишка собирается уже. Отмывается, отмываться надо. Он грязный, как чертенок. И я такой же, в принципе.